Мама наперед їх сіла, я її угостила пиріжочком, їсть пиріжочок. Кажу, з'їж, може, полегчає від пиріжка, да? Ну, та ти ж поработала, поэтому... А зараз з'їж і посить. І попий этого. Може, давай молочка тобі налью того? Та не треба, доча. Ну, як хочеш, скажеш, короче говоря. Мама займається там потихонечку этим, ну, лиш би порлась, там небагато листя. А зараз Світ, якщо на зарядку поставила всі телефони, а сама йду займатися рибною консервою. Вот так вот. Бо мені потрібно до приходу Саші все зробити, він ставить в автоклав і все, і готовить. Це утро, ну, я вам не говорю добре. А! То тобі! Доброе утро, не говорю, потому что хочу завершить же видео вчерашнее тушенку. Извините, консерву рыбную, потому что закончила. Саша пришел с работы, а поздно пришел, уже темно. Свет как раз выключили, то он поставил, сидел там с фонарем, я уже не сидела. Сегодня у нас морозик, видите, приличненький такой. Туман и морозик. И сейчас света нет. Вот плохо. Хорошо, когда наша полоса попадает, что утром у нас есть свет. А сегодня вот в 6:30 отключили свет и нет. Сегодня на работу Саша шел с фонарем. Но ничего страшного. А я капусту вынесла, это же холодильник наш. Ну ничего, тут уже оно соленое, не размерзлось. Сейчас я вам покажу. Мы как раз позавтракали с мамой. Сейчас вот я, Саня, раскрутила эти штуки. Вот вы первооткрыватели. Ничего, вижу, что, слава богу, нигде ничего с-под резинки не выперло. Водичка вся хорошая, то есть прозрачная. И вот тушеночка, смотрите, какая получилась. Замечательно. Этот раз побольше подливы сделала, а то у меня такое напхатое, что там одна рыба. Оно застынет и будет замечательно. Сегодня добавляла и кетчуп. А сколько получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь банок. О, видите, восемь банок порыбачили. Ну и плюс еще жареную вчера Саша с удовольствием ел. Вот что осталось. От жары. Ой, одну съела. Мама не любит рыбу такую есть. Не знаю, она вообще рыбу не дуже любит. Ну, короче, вот Сергеевна позавтракала. Погано себе почуває, таблетки пить не хоче, нічого не хоче. Вони ну, не нужні мені, Дося. Не нужні. Вони болить ж. Я нічого. Як тетя Фініка, на що? На що? Питися не болить. Коли голова не болить. Апарата немає. І я ось не міряла. А, це в неї немає апарата, так. Да. Нічого не міряла, доця. Воно мені ні ззаду, ні спереду. Ото я теж кажу, що ото плохо. Коли апарат є, такий міряєш. Я от не знаю це давлення, і слава Богу. І вона так. Два. Пульс я й на отому, що пальця всунула. Ага. Зміряла пульс. Пульс в мене 71. Держи більше пульс, чим був. Ну, нічого. Ну, все, ждемо. Допивай чай свій. Это... Лед в холодильнике наверху. Ну, зараз вона хорошо позавтракала. І кашу овсянку сварила. Вона каже, я хочу пиріжка. Кажу, з'їж пиріжок і чай, і оце так. Так що, бачите, бачите? Вчора так хорошо було, кашля не було. Я... О, бачите? Да, сьогодні морозець. Так что все, а то длинное сильно будет видео. Здоровья вам, не болейте. И самое главное, надежды. Надежду не теряйте. Все у нас будет хорошо. Ну что, все, хорошего вам настроения. Этот день заканчивается, а новый начинается. Хотя уже начался, слава Богу, что проснулись, живы. И слава Богу, все будет хорошо у нас. Живем, надеемся, боремся. Слава ЗСУ!